Невідомі жорстоко познущалися із тварини та кинули її помирати. Мешканці Дніпра звернулися до зоозахисників, що до них прийшов собака без усіх чотирьох лап. Тварина пересувалася на обрубках, з яких стирчали кістки. У такому стані бідолашний пес шукав допомоги три дні. За ознаками він жив із господарями. Характер травм схожий на те, ніби собаку катували. Тварину доправили до ветеринарної клініки, де обробили рани та готують до операції на кінцівках. У подальшому планують зробити протезування, однак ця процедура коштує великих грошей. Якщо ви не лишилися байдужі до біди пса Сільвера, ви можете допомогти зібрати гроші на подальшу реабілітацію тварини. Реквізити для допомоги зараз на ваших екранах. Мы занимаемся этим вопросом, связываемся с специалистами по протезированию, будем планировать, но это все не сразу, потому что сначала несколько операций, потом, когда сформируется уже здесь, все будет у него сформированная культя, что можно будет делать слепки, уже можно будет планировать протезы, тогда мы уже это все будем делать, но это все планируется, это все возможно. Почему? Потому что вот даже последние два дня он стал хорошо опираться на эти лапы. Он может встать, он конечно, у нас без выгула, но в боксе, он встает, он может встать покушать, он может встать сходить в туалет, он опирается, то есть ему не больно. То есть это уже хороший признак, что заживают раны, и что можно будет протезировать, и он будет опираться на эти протезы.